Полевые игроки. Номер 13 – Павел Петров. Номер 11 – Антон Арапов. Номер 9 – Александр Боченков. Номер 14 – Салават Самигулин. Номер 6 – Игорь Ургачевский. Номер 66 – Никита Хромых. Номер 5 – Арат Мухтаров. Номер 62 – Артур Гельзетинов. Главный тренер – Рустем Мухамедзяров. Встречу судят судьи Дмитрий Среда, город Подольск. Александр Комаров, город Москва. Роман Филаткин, город Рязань. Алексей Клеменов, город Рязань. Все судьи Ассоциации мини-футбола России. Инспектор Дмитрий Владимиров, город Москва. Эликс Фаворит, город Рязань. Футболки красные, гетры красные. Вратари. Номер 16, Евгений Костиков. Номер 22, капитан команды Алексей Казарин. Номер 1, Артем Шабанов. Полевые игроки. Номер 8, Антон Чекмарев. Номер 89, Руслан Мурашкин. Номер 2, Алексей Генякин. Номер 15, Денис Голунов. Номер 3, Алексей Петухов. Номер 5, Александр Кореньков. Номер 10, Михаил Лушников. Номер 12, Александр Телегин. Номер 7, Максим Куликов. Номер 17, Алексей Попов. Номер 6, Павел Сидоров. Главный тренер Владимир Иванов.
Thank you.
Четвертый фол, ядра. Здесь